всем привет! С вами торгово-выставочный центр Yamaha, ведущий Илья. Так, мы сегодня с вами на какой-то импровизированной лодочной станции, потому что там у нас ремонт и там не пускают. Ну да ладно. Суть наша главная сегодня — тест-драйв гидроцикла Jet 700. Но отчасти он уже давно не Jet 700, так как в нем мотор от снегохода. Там у нас получается родной мотор идет 700 кубов. Мы поставили 800 кубовый, но по мощности он что-то, по-моему, плюс-минус в два раза мощнее. Ну да ладно, это было просто вступление. Сейчас нас курс дела ведет хозяин гидроцикла Николай. Все, пойдемте к Николаю. Николай! Слушаю вас. Так, для начала, что было произведено, что мы сделали с гидроциклом? Ну, удалили штатный двигатель. Ага. Ну и, соответственно, монтировали туда полностью двигатель со снегохода. Как снегоход назывался? Articat M8. Легко прошла замена? Ну, как бы не очень. Сколько по времени это у вас заняло? 2 года. Ну да ладно, это просто вы очень долго тянули. Так, ну, короче, сейчас мы что? Мы каких ожиданий ждем от гидроцикла? Вообще первый спуск надо проверить, что делаем? Посмотреть, все ли нормально, что там ничего нигде не отвалится. Для начала хотя бы завести его в статике. Это первый опыт в мире? Ну, наверное, я еще нигде не встречал такого. О, это уникальный проект в целом-то, если разобраться. Так, ну ладно, мы сейчас спускаем на воду, смотрим, как работает мотор, и потом уже там будем хотя бы ощущать эти повышения мощности, что как это себя поведет. Ну, переступим к тестам. А то Юрию Андреевичу очень тяжело. Так, показания номер один. Гидроцикл с мотором от снегохода тяжелее, чем стоковый. Это у нас, кстати, обычный прицеп Цешка, самый простой, переделанный под перевозку двух гидроциклов. Наблюдение номер два. Вода крайне холодная, не очень пригодна для купания. Этот мотор, в отличие от того, уже инжекторный. Бак сварили кастерный. Пуск, выпуск. Миша повелся. Так, первые покатушки. Ну, как бы работает, но пока не сказать, что прям какая-то мощность сильно большая. Пока я не ощутил этого. Стой! Что-то еще. Думаешь, уже не в моторе дело? Выхлоп горячий. Выхлоп горячий. Водомета через тройник. И сюда идет, но там маленький, то есть у нас сваренный этот. Сверху вода подается с водомета, и в бок выход. Основной идет в мотор, а в бок выход сюда. Так. Ну, выхлопная калитка, но мало. Слишком много сбрасывает. Вот. По лишнему. Какое интересное решение. Эти гонки были. Короче, прямо регулировать надо воду.
Так, ну все, вот так мы прошли испытания. Вы видели впечатление Николая. Поэтому давайте посмотрим, что будет дальше и как это вообще строилось. А с вами был торгово-выставочный центр Yamaha Чернышевского 95/2. But I've been going tired again and time again. I hope that you will see my heart too. Как должно быть? А иначе будет неинтересно. Тут не должно быть красиво, тут должно быть сам факт. Такая да, притирочку, в притирочку. Ну вот его, либо, ну тут тоже сильно-то не повернешь, потому что свечками прется туда. Ну, сюда впуск. Ну, догадки такие. Ну понятно, что ты уже открутил. Вариатор снял. Всякую электропроводку. Чекаешь? Короче, он как-то хочет покупать, это все странно. Он типа купил, и он оказалось, что... Да, наверное, дешево просто хочет. Можно его чуть-чуть погореть. Он так будет стоять? Ты же просто его забросил. Громко тут предлагаю. Шаурма 4, да? Угу. Блин, ну в целом он как будто аккуратненько здесь стоит. А чё, в чем проблема? Ну это понятно, что у тебя тут свечек не хватает. В помпе у него проблема. Помпа, если не нужно его... Ну его весь... Должно быть. Чего? Там отверстие. Там просто пустота получается. Серединку можно даже вот так вот, да? Держи, да? Вот. Вот он. Так, что у нас по задачам? Что ты вообще делаешь? Что за пластина? Что ты придумал? Мотор закрепить надо. А он сейчас в данный момент просто, да, стоит? Просто. А это будет площадка под мотор. Сюда. Снимал. Ну-ка, расскажи-ка вкратце, что ты тут проделал? Ты... Крепление двигателя. Вот это, да, в руке? Ну да. Это было, по-моему, при мне уже. Антоха разметил центр. Тяжесть или центр чего-то. Что за центр? Что там будет? Центр вселенной. Света у вас тут более чем. Ну ладно. Задача этого пенопластика — выставить соосность. Дырочки, чтобы везде были. Интересный кронштейн. Где-то здесь, да? Да, ну видишь, мазюкается. Ну как-то надо открутить эти болтики. Я сейчас буду держать, а ты будешь болтики откручивать. Нет, это плохая идея. Да я им и в 17-м, и в 22-м со... Кусок железяки долежит. Мы его вырезали. Нормалек. И тебе совсем чуть-чуть не хватает. Зато коляна можно проверять, наверное. Техническую часть, так что ты там как грубо. Коляну тут приварили, правильно так говорить. Косынки, усиление, крепление стартера, усиление, походу, каких-то
крепежных моментов. Бюджет. Вы на лазер, да, повезете? Да. Ну, тут макет. Так, это у нас топливный бак, вырезанный на лазерной резке. Баков что я делал? С двухсекционным разделением. А зачем? Масло. Отдельный масло бак. Бензиновый бак. Но после лазера, конечно, во. Есть, да? Сборочка, конечно, вообще бомбезная. О, все по красоте, да. Гидроцикл у нас преобразился. Появляются какие-то разметочки. Если он другой, он не ложится на предыдущий, не ляжет. Менять там просто участок и прямых из них можно собрать. Ну все. Да, чтобы было зафиксировано. Говорит, часто пользовался этой услугой. Армяновский. Николай. 14 июля. Лето заканчивается. Гидроцикл стоит. Ну давай, да. Хитрый инструмент. Ты стартер прикрутил? Да, он крутится. Да? Вчера все пропустил. Блять, не влазит. А это что за хрень? Охлаждение? Ну да, это дополнительно. Колька вырезал вот такие прикольные, как их правильно назвать? Скажи. Флянцы. Флянцы. Из листа, походу, восьмерки, либо десятки. Лазерная резка все-таки творит чудеса, да? Ты держи, ну, да. Держи, чтоб нет. У него какие-то замерительные моменты. Придумаем, а потом там обрежем, что не надо. От начала до конца, как ты пришел к тому, что надо... гидроцикл запихать с мотора от снегохода. Чуть-чуть она не плоскость не попадает. Потом придется дополировать. Короче, надо один пополам. Это ж по-любому деталь от гидроцикла. Но... Блин, так-то вообще прикольно. А это правильно, как он, да, расположен? Угу. Типа все, он вверх уходит. Угу. Тут у тебя вроде как все влезло, да? Ну, стартер будет. Стоит. Это стоит. Посмотреть, что из этого получится. Ну, вот. Николай, что это вы делаете? Я технологическое отверстие закрываю в капоте. Я надеюсь, ты когда сделаешь и покажешь, мы поймем, что это такое. Тюнинг кастомный сделал Николай. Пам-пам. Дядя Коля тут чук-чук-чук накрутил. Наверное, целая съемка так-то идет полностью всего проекта. А у нее и вибрации никакой не идет. Тут понимаешь. Чтоб нигде ничего не делать. Пока все без изменений. Полноценно собрать всю конструкцию. Ну, тут смысл, конечно, как сварили. Прикольно мы тут, конечно, на тоненького обошли. Фиксируем на видео, что он тут делает. Вот видишь, хорошо, что ты хотя бы ставишь, ты знаешь, где у него перед, где у него зад.
А я бы закинул. А все, мы больше вытаскивать его не будем? Еще 40 мы будем вытаскивать. А 40, да? Ты надо его не задвинулся туда, ага. А здесь уже нельзя, да, уменьшить этот? Нет, тут так мало. Так, Николай, давайте в двух словах. Я знаю, что вы мне интервью, когда все сделаете, не дадите, поэтому отказывайте сразу. С какой проблемой вы сейчас боретесь? Аккумулятор Коля по имени. У аккумулятора есть имя. Будет стоять на этом месте. Антон Сергеевич на нем подваривает, кстати, еще моментики. Так, ребята полным ходом готовят гидроцикл к сезону. На дворе ноябрь. Да. Что все впереди. Ребята не отчаиваются. Проебать еще пару сезонов. Я с вами? Нельзя показывать. Так не должно быть. Многое, что не должно быть. 2, 3, 4, 5. Мотор-то обрастает, все нормально, он становится тяжелее. Две тысячи 148-й день нашей постройки. Телестройки. Съема стройки. Так, на данный момент готовность 63%. Прям на глаз просто вижу, как бы уже. Сейчас мы будем запускать его. Да? Хорошо подумал? Как бы хотелось бы. Че, расскажите хоть, что делаете. На данный момент, Антон, какую функцию выполняет? После расчесываю. Значит, на 99,9 готово, сейчас пробный запуск. И я думаю, что через недельку мы уже будем на речке проводить испытания данного гибрида, или как правильно сказать, коллаборации снегохода и гидроцикла. Ровно гидроциклов нет, ну. Чё там у тебя? А-а-а.